Химки присоединились к региональному субботнику. На уборку вышли представители администрации, предприятия, известные спортсмены и жители округа. Елена Климова активно участвует в жизни Химок. Сегодня вышла сделать город чище. Жители Химок участвуют в этом мероприятии. Я тоже хочу, чтобы мой вклад был в дела города тоже. Поэтому я здесь. Я всегда откликаюсь на все мероприятия, которые проводятся в городе. Самые активные жители округа получили именную форму. Старт субботнику дало руководство округа и области на всеобщем построении возле стадиона «Арена Химки». После отправились на уборку территории. Главной площадкой субботника стал лесопарк в микрорайоне Клязьма-Старбеева. В очищении леса от мусора принял участие глава городского округа Дмитрий Волошин. Руководитель муниципалитета напомнил о важности сортировки отходов. Не сортируя мусор, мы должны понимать, что мы засоряем окружающую среду. Мы отсортировали пластик, мы отсортировали стекло, алюминий и бумагу. И на вырученные деньги мы купили малые архитектурные формы – скамейки и урны. Лавочки установили рядом с источником Святого Георгия. Это место популярно среди местных. Также глава округа проверил качество уборки территории Химкинской центральной клинической больницы и посетил набережную реки Химка. Вместе с представителями администрации и сотрудниками Химспас навел порядок на этом участке. Как настроение? Сегодня спасаем природу от загрязнения с вами, да? Набережная канала имени Москвы – одно из главных мест отдыха химчан. У старой листвы и мусора не было шансов. Здесь на борьбу за чистоту вышли сотни сотрудников администрации, банков, налоговых органов, почты. Это встреча в неформальной обстановке даже с своими коллегами, с теми людьми, с смежными предприятиями, с теми людьми, с которыми мы работаем, ну и общаемся где-то на совещаниях, на конференциях. А здесь вот все дружно, плечо к плечу, вышли на природу и действительно с удовольствием провели это время с пользой для города и фактически с пользой для себя. К областному субботнику присоединились и будущие жители нового комплекса «Речной» и сотрудники компании-застройщика. Для них чистота набережной – ключевой момент. Застройщик ЖК «Речной» компании «Инфинити» – социально ответственная компания. Она следит за прилегающей территорией вокруг стройплощадки, а также активно помогает администрации в уборке других районов. Вышли с сотрудниками убирать набережную вдоль канала имени Москвы. И также к нам присоединились и будущие жители, наши дольщики. Приняли участие в субботнике и школьники. Вместе с учителями и родителями полностью подготовились к приходу весны. Коллектив школы номер 31 привел в порядок садовые грядки. На уборку территории возле учебно-тренировочного центра «Новогорск» вышли десятки сотрудников. Спортсмены, тренеры и представители территориального управления, засучив рукава, привели в порядок газоны. Хорошее настроение, хороший позитив для сегодняшнего и завтрашнего, и последующих дней, что идет какая-то работа по восстановлению наших замечательных традиций. Вот. И мы здесь проводим учебно-тренировочную работу со сборной командой, поэтому нашел время, чтобы откликнуться на это. И благодарен, еще раз говорю, администрации города Химок за это мероприятие. Не остались в стороне от субботника и воспитанники Академии МЧС. В начале праздничный митинг, после уборка микрорайона. Также участие в областном субботнике приняли сотрудники Химдора. Привели в порядок остановочные павильоны, очистили дороги от мусора при помощи вакуумных пылесосов. После промыли асфальт водой и закрепили результат шампунем. Завершили субботник в парке имени Толстого концертом с выступлениями воспитанников детской школы искусств и творческих коллективов округа. Глава Дмитрий Волошин вместе с министром экологии и природопользования Московской области Дмитрием Куракиным и председателем общественной палаты Химок Евгением Арсентьевым наградили активных жителей. Всего в областном субботнике приняли участие более 50 тысяч человек.